На сцене художественного булгаковский «Мастер во плоти». Режиссера, актера театра и кино Александра Галибина после этой роли полюбили и телезрители. «Мастер» в исполнении Галибина запомнился второкурснику актерского отделения Ильдару Насырову. Тогда мне было лет 13, наверное, и я только-только прочитал это произведение и подумал, да, вот это «Мастер». На фестивале «Соль земли» Александра Галибина ждали еще в прошлом году, но в день отъезда в Самару у него родился сын. Актер бросил все дела. Я вижу, как мой маленький сын открывает мир. И вы можете мне не верить, но я вместе с ним открываю мир тоже. То есть я на мир начинаю смотреть его глазами. С Самарой артиста связывают воспоминания юности. Здесь были его первые гастроли и первые овации зрителей. Вот это ощущение теплоты зрителей, оно, конечно, тебя преследует всю твою жизнь. Потому что самые первые воспоминания, как и детские воспоминания, они дороги, они самые главные, короче говоря, в твоей жизни. Творческий вечер, как калейдоскоп воспоминаний, знаковые встречи, успешные картины и постановки, любовь зрителей. Народный артист России признается, для него важнее человеческие отношения и любовь. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.